5 августа Ноябрьск останется без горячей воды. Подача газа в город будет приостановлена. Соответственно, городская котельная тоже прекратит работу. Предположительно, горячей воды в городе не будет 2 недели. За это время сотрудники «Энергогаз Ноябрьска» планируют провести ряд необходимых профилактических мероприятий. С 5 августа будет отключение всех котельных, соответственно, прекращение подачи горячей воды. К сожалению, 2-недельный срок, максимум, что мы даем ресурсоснабжающим организациям, он неизбежен, поэтому в любом случае будем контролировать и просить ускорить работы, хотя тут задействованы многие организации, в том числе поставщики газа, вот, но 2 недели не более, но придется 2 недели потерпеть.